В городе Дера на юге Сирии по меньшей мере 3 человека погибли, когда силы безопасности открыли огонь по манифестации, участники которой требовали политических и социальных реформ. По сообщениям очевидцев, в город перебрасываются дополнительные силы внутренних войск. В последние дни в Сирии вспыхнули массовые акции протеста. Не исключено, что под влиянием событий в соседней Иордании, где Дни гнева проходят каждую пятницу. Дера расположена почти на иорданской границе. Манифестациями охвачены крупнейшие сирийские города, в том числе Хомс и столица страны Дамаск. Жертвами столкновений с полицейскими стали по меньшей мере 6 человек по всей стране.